Родник в деревне Костюнино, что в окрестностях Богослова, последний раз приводило в порядок правление колхоза имени Ленина. В 70-е годы прошлого столетия была построена каптажная камера, проложена труба для сбора воды. С тех пор поддерживающие работы не проводились, пока один из местных жителей не предложил отремонтировать источник на собственные средства. Житель Михаил нашей деревни Костюнино проявил инициативу и содействие в том, чтобы произвести благоустройство родника. И мы делали из трех картинок тех родников, которые находятся на территории Московской области, Михаил предложил из трех сделать одну. Это будет, сейчас можно наблюдать, что будет сделано из бутового камня ограждение, внизу залито бетонное основание, будет сделана чаша, оцинкованная труба. Родник Костюнино пользуется популярностью у местных жителей. По окончании ремонта воду в источнике проверят в лаборатории. Мы надеемся, что он будет местным притяжением, которым и сейчас является. Поэтому вообще здесь территория очень красивая, и пейзажи сами можете наблюдать, и река Лашутка рядом. В этом году по губернаторской программе «Родники Подмосковья» был приведен в порядок источник на территории Березовой рощи в Гребневе. Ведутся восстановительные работы и на роднике в деревне Еремино. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.